Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Доброго дня, уважаемые участники этого знаменательного круглого стола, посвященного миру и мирному существованию, мира без ядерной войны в Восточной Азии. Мусульмане приветствуют друг друга, как я поприветствовал вас только что. Это приветствие, как вы, наверное, знаете, означает «Мир вам! Милость Аллаха! Салла Аллаху алейхи вассалам!» и его благословение. А в ответ отвечает «Ва алейкум салам!» и «Вам мира!» Что же означает слово «мир» в исламском, а шире в религиозном аспекте? Скорее всего, концептуализация мира в исламском пространстве существования – это призыв людей жить мирной жизнью, основанной на теизме, справедливости и чистоте. Поэтому мир в исламе – это вечная конституция. А если уделить внимание на семантическую сущность понимания слова «мир» в русском когнитивном пространстве, то мир в русском языке дихотомичен, включающий как пространство, английский эквивалент которого является слова «world» или «space», и наполнение «peace». Иначе говоря, одно слово охватывает две смысловые конфигурации. Миру мир. Эта русская дихотомия имеет под собой и преимущества, и недостатки. Преимущество в объемности и в простоте. При дихотомии мы всегда имеем дело лишь с двумя категориями, которые исчерпывают объем делимого понятия. Таким образом, дихотомическое деление всегда соразмерно. Члены деления дополняют друг друга, так как каждый объект делимого множества попадает только в один из категорий «мир» и «не мир». Недостаток, как ни странно, вытекает из преимущества при делении объема понятия на два понятия. Каждый раз остается крайне неопределенная та его часть, к которой относится частица «не». Иначе говоря, семантика когнитивное определение пространства как мира выявляет неопределенность понятия наполнения как мира, то есть английского эквивалента peace. Теперь вернемся к определению мира. Что такое мир? Вот что выдает поисковик Google на английское слово peace. Первое. Свобода от беспокойства, спокойствие. Второе. Состояние или период, когда нет войны или война закончилась. И вот что выдает на русском слово «мир». Первое. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве. Вселенная. Второе. Отдельная часть Вселенной, например, планета. В общем, имеется, охватывает пространственную сущность. Как видим, определения мира разнятся. То ограничиваясь пространством, то состоянием. Но вопрос не в этом, а в том, как мы понимаем концепцию мира в нашей когнитивной зоне. В исламе, как уже упомянул выше, это концепт вечной конституции. А что говорит о мире в христианстве? И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, алейхи вассалям. Понятие «мир», то есть «peace» в Ветхом Завете в первую очередь относится к целостности, полному здоровью, полному благополучию. Оно охватывает всю совокупность Божьих благословений для человека, принадлежащего к общине Завета. А буддийский подход заключается в наблюдении и размышлении над условиями внешней и психической деятельности, а затем в принятии решения о наиболее подходящем курсе действий в ответ на внешнее и внутреннее окружение. Как бы то ни было, понятие «мир» определяется и понимается по-разному в зависимости от этноконфессиональной среды. Многие, выступающие на этом круглом столе, включая меня, сильно взволнованы состоянием сегодняшней
планеты. Экономические и политические кризисы, грозящие унести человечество в горнило полухающего огня ядерного апокалипсиса, ставят нас всех перед зыбким уступом, который вот-вот рассыпется перед грузом наших проблем. И именно сейчас всем нам необходимо заново пересмотреть пространственную наполненность понятия мира и мирного сосуществования. Понимание мира как отсутствие насилия – это ограниченное видение. В более широком понимании мир – это природа и цель каждого человека. Это симбиоз в ноосфере. Быть мирным – значит жить в дружбе с самим собой и с каждым вокруг себя. Окружающая среда неделима, но опасность в любом месте может стать угрозой гармонии везде. Эти опасности человечество знает столетиями. Голод, холод, неравенство, несправедливость, бедность, болезни, незнание и так далее, которых человек в 21 веке даже близко не подошел в решении. Мир, как наполненность, как peace, включает в себя счастье и гармонию между людьми. Если мы понимаем это как гармонию, то необходимо переоценить наши устремления и в наших делах чаяниях о будущем. Можно ли построить гармонию в контексте экономического потребительства, когда малая часть населения планеты может позволить себе более 60% потребления всех ресурсов на Земле? И более того, рекламируя достаток потребления как цель гармоничного развития. Может ли планета увидеть гармонию, мирное существование людей, если малая часть планеты вынуждает большую часть жить по правилам, выработанными ими? У меня нет на это ответа, ибо ответ даст история в будущем. Но понятно одно, мы достигли границы развития в нынешней парадигме понимания ценностей мира. Современное общество разобщено, но, к удивлению, объединено одним – иступленной жаждой потребления. И это наш порог 20-21 веков. Именно жажда потребления привела нас к кризисным реалиям сегодняшнего дня. Жажда потребления ментального пространства своего чрезмерного эго привела к росту радикализма в мире, к кризису ископаемых ресурсов и так далее. Все это порождает зудящее беспокойство решения скорыми под руку средствами через списание войной, мировой войной. Тем более, что в парадигме потребительского мира сама концепция мирного существования базировалась на потребительском подходе. Ты мне, я тебе. Чего только стоит прекращение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этой зыбкой и краеугольной зацепки в контексте глобального мирного существования. Можно сказать, что наша пространственная наполненность, то есть world peace, базировалась на страхе. Разве можно строить гармонию мира на страхе? Нет и нет, тысячу раз нет. Развал договора привнес нам экзистенциальную опасность всему человечеству. Мы впритык уперлись в последний довод судного дня – применение ядерного оружия. Очень тревожно, что в медийном пространстве, словно в открывшееся окно Овертона, выкидывают одним за одним реплики о возможности и последствиях применения ядерного оружия. Воистину, мы не ведаем, что творим. Однако, ограничить или запретить применение ядерного оружия мы не сможем в настоящем, ибо нет фундаментальных, универсальных и когнитивных инструментов понимания концепции мира или мирного существования. Для того, чтобы иметь действенный и функциональный концепт мира, то есть peace, человечеству нужна универсальная базовая архитектура безопасности и развития, где только одна мысль о возможности применения ядерного оружия стало бы тысячелетним проклятием на того или тех, кто только подумал о применении.
Нынешняя концепция о 17 глобальных целях в области устойчивого развития, принятого Организацией Объединенных Наций, не предусматривает базовую концепцию гармонии мира, кроме пункта 16, который подчеркивает построение миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. Однако можно экстраполировать это в будущее, что без фундаментальной разработки концепции понятия мира, то есть peace, останется неосуществимой целью. А такое положение достичь глобальной гармонии возможно будет не через призму потребительского подхода в оставшихся 16 глобальных целях ООН, а через искоренение ментальных пороков, как человек обретает душевный покой и как внутренний мир может привести к миру во всем мире. Но возможно ли это? Ответ подразумевает понимание вовлеченности каждого из нас, помня о том, что сказано в изумрудных скрижалях. То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу. И все это только для того, чтобы совершить чудо одного единственного. И точно так же, как все сущие вещи возникли из мысли этого одного единственного, так стали эти вещи вещами действительными и действенными лишь путем упрощения применительно случая того же самого одного единственного единого. В сегодняшнем откровенном противостоянии Востока-Запада необходимость концептуализации своего мира как пространства и мира как наполненности важна как никогда. Важно также четко донести до людей Земли, что наше понимание мира и нашей айкумены включает универсальные, понятные каждому жителю Земли идеалы. Иначе говоря, каким будет мир и его наполненность, когда мы победим? Будем ли мы создавать новое, или же на руинах старого воссоздадим старое в новой обертке? Подытоживая вышесказанные тезисы, можем спросить себя, почему бы не начать с единственной синтагмы – гармоничное и мирное развитие? Нужно разработать и согласовать всем человечеством универсальное планетарное определение концепции мира, гармонии и наполненности, которые будут учитывать и дополнять друг друга многообразием культурного наследия пассажиров звездолета Земля. Ведь согласитесь, бунт, который может физически уничтожить корабль и экипаж с пассажирами, должен быть искоренен или предотвращен. Благодарю за внимание.